Баку отметили День Победы. Празднование прошло во Дворце молодежи. На мероприятии приняли участие 35 участников Второй Карабахской войны. Им были вручены почетные грамоты. Кроме этого, на суд зрителей был представлен спектакль, посвященный 44-дневной войне. Как за эти дни азербайджанская армия покончила с 10-летней оккупацией, и наша территориальная целостность была восстановлена. Параллельно с полем боя были отражены переживания народа, который мыслями, сердцем и молитвами был рядом с солдатами. Азербайджан победил, а народ Азербайджана стал народом-победителем. Мы празднуем ежегодно, и каждый раз наше мероприятие мы проводим по-разному. В этом году представлен спектакль и будет петь хор. Мы с большим уважением относимся к нашим ветеранам и проявляем особую любовь и благодарность к памяти солдат, отдавших свои жизни во имя Победы. Надеемся, что в следующем году День Победы мы будем отмечать в Карабахе. 8 ноября в стране проводятся различные памятные мероприятия. В мечетях будут прочитаны молитвы за упокой души шахидов. Нигяр Золина, Эльнур Наджафов, Мир 24.